Всем привет! Итак, следующий опыт, следующая идея. Включаем, собираем нашу схему, запускаем и смотрим, как крутится счетчик. Вот я включаю схему, идет потребление. Давайте посмотрим, с какой скоростью крутится счетчик. Так. Запомнили? Я сейчас сделаю скрин скорости. Вот рядом с видео. Прямо в видео я встрою скорость. И теперь смотрите, что мы делаем. Сейчас мы вместо лампочек поставим просто лист железа. Обычный лист железа. И посмотрим, как крутится счетчик. Ну, по-моему, даже без скрина видно, что он начал крутиться быстрее. Хотя включено было на 1800 ватт. Давайте уберем лист железа. Горячий. Опять включаем. Печка выключилась. Начало плавиться все. Горят наши лампочки, горит нагрузка. И вот так вот крутится наш счетчик. Ну, а у меня на этом все. И всем пока.